Добрый день! Я рада всем своим зрителям и гостям моего канала. Если вы зашли на это видео, значит, вас что-то заинтересовало. Сегодня у нас обзор от интернет-магазина Grand Stock. Я думаю, что мои зрители уже знакомы с этим интернет-магазином и очень с удовольствием его посмотрят вновь. Но кому-то будет интересен этот обзор впервые. Сайт у них очень хорошо обновился. Теперь заказывать товары можно с любого устройства. Даже с телефона, с планшета, с ноутбука. Цены низкие, потому что работают напрямую от сотен ивановских производителей. Товарная матрица из более 15 тысяч товаров от одежды до домашнего текстиля. Распродажа в которой 2000 товаров со скидками до 50%. Обязательно вот услышьте, 2000 товаров со скидками до 50%. То есть, если у вас нет денег за 1000 купить, вы можете купить это за 500 рублей. Обязательно заходите в раздел со скидками. Заказ, розничный заказ от одной позиции. И, возможно, оплата заказа при получении. Или будет действовать купон на скидку на один заказ. Это будет все написано под видео. Теперь давайте заглянем еще немножко, пробежимся глазами по сайту. Хочу показать, как выглядит сам сайт Grand Stock. Вот написано Grand Stock. Вот так он выглядит. Здесь в первую очередь идут лидеры продаж. Я всегда внимание обращаю, что люди покупают. Особо мне нравится, как можно выбрать. Я вот открываю, например. У меня основной зритель – это женщины моего все же возраста и примерно размера. Вот я открываю товар для женщин. Просто не ищу там футболки, майки, там что, ничего это я не ищу. Так, сразу иду. Мне нравится материал вискоза. Я набираю вискоза, потому что она тянется, она удобна для стирки, гладить не надо. И мой размер 58. Я раз, вот 58. 156 товаров мне показано. И вот выходит весь товар, какой именно 58 размера из вискозы. И я вот сижу и разглядываю. Если что-то мне понравилось вдруг, я открываю, но это бывает не вдруг. Я все равно рассматриваю, потому что мне все-все-все всегда нравится. Ну, например, быстрый просмотр. Вот футболочка симпатичная. Цена недорогая, 689 рублей. И выбираю. Вот вариант. 58 ставлю размер. И еще мне нравится, вот подписано, если при формировании заказа выбранной вами расцветка будет отсутствовать, укажите, что или вам расцветка не важна, или согласен на замену, или связаться по поводу замены. И ставишь свою, например, мне расцветка не важна, или согласовать, связаться со мной. Я ставлю точку и добавить в корзину. Все, эта футболка у меня там. Вот это мне очень-очень нравится. Так быстро, так удобно выбирать товар. Просто замечательно. Также здесь открываем, как купить. Оформление заказа. Оформление заказа по телефону или на сайте. По электронной почте. Все-все расписано. Как оплатить. Можно при получении, можно по предоплате. Как получить, способы доставки, все расписано, тут вопросов никаких даже не возникает. Но если они возникают, значит, у нас есть полезная информация и популярные вопросы и ответы. Здесь вы найдете, вот обязательно найдете ответ на свой вопрос. Все-все-все расписано, это мне очень нравится. Мне когда выпадает такая приятная возможность заказать на Grand Stock, я с удовольствием это делаю. Вот вопрос. В какую розницу можно вещи покупать? В точности ли совпадает изображение? Все ли представлены? Также есть видеоинструкции. Так, поиск товара и оформление заказа. Личный кабинет. Как сделать заказ? Вот как сделать заказ, вы открываете видео, и вам все-все-все расскажут, все покажут. Так, как пользоваться корзиной? Точно так же. Открываете видео, и вам все покажут и расскажут.
никаких вопросов задавать не надо. То есть вначале надо по сайту походить, посмотреть. Размерный ряд точно так же здесь есть видео. Очень большой ассортимент постельного белья, одеяла, подушки, полотенца, покрывала. Женщинам огромный ассортимент. Мужчинам тоже очень-очень много. С мужским товаром всегда проблема, у них очень много. Вот если уж откроешь футболки, их там тьма тьмущая. Даже вот давайте. Футболки. Открываем. Посмотрите, сколько их. Какие они разные, какие они все красивые. Вот. Мужского товара здесь представлено очень много, очень-очень. Не в каждом магазине, не в каждом интернет-магазине есть такой ассортимент. Вот. И это все, это я всю первую страницу веду. А там вторая, третья, четвертая. И дальше, 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 дальше. Очень много детям. Товара для детей тоже очень. И для младенцев, и школьная форма, и обувь, аксессуары, и кофты, водолазки, и халатики, и грудничкам. Ну, все-все. Приволжские украшения. Различные приволжские украшения. Столовое серебро. Сувенирная продукция. Религиозная продукция. Есть раздел со скидками. Я туда обязательно тоже заглядываю. Вот. И спецпредложения разные, разные, разные. Так что заходите, поизучайте. Грандсток, мне кажется, уже у всех на слуху. Но не каждый сюда заходит и не каждый что-то здесь покупает. Вот мужская футболка. Это собственное производство Аванави. Вот. 299, 329 футболочки, маечки. Итак, ну теперь давайте посмотрим, что же я заказала в этот раз. Заказик небольшой, но очень такой емкий. Мне обязательно нужный. Так, вначале я покажу полотенчики. В этот раз увидела, у меня почему-то очень много банных полотенец и совсем маленьких для рук. А вот таких средних для лица нету. 50 на 90. Вот каких три полотенчика я заказала. Мне очень нравится качество. С Грандстока именно я покупаю полотенце. У меня все полотенца оттуда. Практически все. Вот. Красивая отделка. И качество очень-очень хорошее. Мне очень нравится. И заказала я трикотажную простынь. 160 на 200. У меня такой кровати нету, но она должна у меня появиться зимой, к зиме. Я вот приготовилась, у меня вся все постельное 90 на 200, то есть одна полуторка у меня. А тут вот надо мне сейчас купить кровать двухспальную. И так как у меня вся постельная, все постельное примерно в одной цветовой категории, то есть на белом фоне, и вот из самых светлых я выбрала вот такую простынь. Вот так. Она на резинке. Я беру простынь только на резинке. Такая упаковочка классная. Даже разбирать не хочется. Качество, конечно, уже нам знакомо, но все же. Вот. Резинка по всему кругу. То есть она в любом случае подойдет практически на любую кровать. Вот. Вот такая простынь. Такая приятная-приятная. Я вот все смотрю, у них ну такое производство классное. Все так хорошо сделано. Молодцы, молодцы. Так, купила я своим сыновьям вот по кофте. Младшему сыну вот такая кофта. Она, знаете, очень толстая. Это толще, чем толстовка. Ну, конечно, не куртка. Вот. Вот единственный, может, минус, может быть, все оботрется. Вот эта вот беленькая махра, она вот везде, везде. Но, наверное, применим наш старинный способ с уксусом. Сполоснем в уксусной воде. И, возможно,
Сначала Миша у меня отказался, говорит, ой, нет, там все, вся одежда будет. А потом, когда одел, говорит, нет, я хочу ее. Мы думали, не будет носить. Говорю, ну, в крайнем случае, говорю, легист ты сносишь мужу. И вот такая толстовочка. Это для старшего сына. Но так как старшего нету, мы на него не оденем. Поэтому я обе кофты одену сейчас на младшего сына. И посмотрим, как это будет выглядеть. Вот такая красивенная кофта. Они обе 58 размера. У меня я 58, оба сына 58. У нас всех худеет папа. Папа у нас 52-54 размер носит. Вот такая курточка. Это как буди, худи, ой, худи, худи называется. Повернись вот так, вокруг прокрутись. О, дальше, 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 дальше. Молодец. Одень капюшон. Ну, классно ведь. Вот они обе 58 размера, а вот это выглядит вроде как будто побольше, та поменьше, да, это побольше. Она потолще, поэтому... Ну да, она потолще, она как куртка, вообще как куртка, она толще, чем толстовка. Повернись. Угу. Красиво, 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 красиво. И капюшончик нам, пожалуйста, продемонстрируйте. Все, замечательно. Очень хорошо. Вот, Мише нравится, сказал, что буду носить с удовольствием. Ну все, теперь будем меня рассматривать. Итак, теперь женская одежда. Это вискоза. Вискоза очень приятная на ощупь к телу. Вот 58 размер, вот написано, если видите. О, загибается 58. Она такая легкая, воздушная. Хорошая кофточка такая. Сейчас посмотрим, как она будет смотреться на мне. Вот так смотрится эта блузка на мне. С темненькими штанишками. Да даже она как футболка идет. Футболка или кофточка. Ну, мне очень понравилось. Расцветка, конечно, не моя. Но ничего. Для разнообразия разбавить свои сине-зеленые цвета. Вот так. Вот такая блузочка. Я как увидела и думаю, ой, на повседневную носку вообще. Да вообще это вся вот такая вот одежда, которую вот носишь, вот и не жалко одевать. Посмотрите, я обычно предпочитаю покупать одежду фабрики Натали. Вот тоже 58 размер. Натали вот написано. Если будете смотреть, обратите внимание. Очень, ну очень-очень хорошо, они качественно. Хоть куртки, хоть платья, хоть туники, хоть кардиганы, хоть... Ну вот вообще, я покупаю фабрики Натали, мне очень нравится. Уже точно знаю, что я не ошибусь, что все будет супер. Так, сейчас оденем ее. Она тоже вискоза, тоже такая воздушная, легкая. Оденем, посмотрим на мне. Вот так эта кофточка смотрится на мне. Обе кофточки, первая, предыдущая. И вот это, они все 58 размера. Но та вроде как побольше, а это поплотнее. Эта кофточка была взята для брюк, для джинсов, и с обычными брюками. У меня почему-то нету вот такой легкой. Она легкая, это вискоза. Она тянется в разные стороны. Может, подтянется вискоза. У нее свойство есть растягиваться, не сужаться, а растягиваться после каждой стирки. И мы вместе с этими кофточками со всеми растягиваемся. Ну, в общем, вот так. Мне нравится, с удовольствием. Я уже ее поносила. И первую тоже поносила. А еще мне нравится, что рукава 3/4. Мне вот такие, вот наши комплекции надо вот такие рукава носить. Я, кстати, редко где могу купить, чтобы все вот это вот закрывалось. Уже некрасиво, уже висит все старое. Так вот прикроешь, и будто бы все уже красавишно. Теперь футболочка. Футболочка. В последние годы почему-то я стала любить полоску поперек. Значит, никогда раньше не брала. Всегда как будто бы она полнит. Нет, в последнее время увидела, ничего она не полнит. Какая разница? Ты и так толстая, и никакая тебе полоска уже не располнит. Куда еще больше? Точно так же.
58 размер, также Натали. Вот. Это трикотажная с добавлением лайкры. Очень такая комфортная. По бокам вставочки, в другую сторону уже полосочки. Здесь поперек. Смотрится очень неплохо, мне так кажется. С любыми брючками. Сейчас посмотрим на мне. Вот так эта полоска поперечная смотрится на мне. Не знаю, почему я стала любить, но мне стало нравиться. Раньше никогда не покупала. А сейчас прямо супер. Супер. Тоже вот 58 размера. Она большая у меня, ну как бы нормальная. Что первая была и вот эта. А между ними вот немножко маловато. Но нормально. Растянем. Вот такая. Мне кажется, неплохо смотрится, хорошо. С любыми штанишками, хоть с белыми, хоть с черными. Я и с белыми мерила, и с черными. Хорошо. И с юбочкой даже можно. Но это все три взяты именно под брюки, чтобы все было закрыто, чтобы было удлинено. Специально так выбирала, чтобы были длинненькие. Короткие я уже не ношу, да их и раньше не носила. Ну и ночная сорочка. Это ХБ, трикотаж. Хорошая, тянется, принт не стирается, не вымывается. Цвет такой остается. Точно так же Натали 58. Все у меня Натали. Все Натали. Вот такая ночнушка. Простая, ну такая ноская. Вот. Не растягивается, не убавляется, ничего. Стирай и носи. Носи и стирай. И вот так сорочка смотрится. Красивая, замечательная, приятная такая ткань. Очень здорово. Ну, задом поворачиваться не будем. Руки там некрасивые. Ночная сорочка красивая. Руки некрасивые, это некрасиво. Надо так это. Вот так вот. Бок. Ну все. Спасибо, что посмотрели. Увидели. Написали комментарий. Поставили лайк. Поблагодарили за показ. Всем пока-пока и до новых встреч. А самое-то главное, огромнейшее спасибо интернет-магазину Грандсток. Продолжайте работать, продолжайте радовать своих покупателей. Дай Бог вам побольше клиентов. И чтобы не было плохих отзывов. Чтобы всем все хватало и все всему радовались. Еще раз пока-пока.